Вот. Добрый день, наблюдаюсь у доктора. У вас в цели планировали делать ЛИТ в мае, кровь сейчас на карантине. Стоит ли отложить планирование беременности в связи с пандемией? Влияет ли ЛИТ на иммунитет? Ну, я могу сказать, что ЛИТ на иммунитет влияет скорее в положительную сторону, чем в отрицательную сторону. Стоит ли откладывать беременность? Ну, в общем-то, я, честно говоря, вот не могу однозначно ответить на этот вопрос. Говорить, что вообще не стоит откладывать, наверное, не нужно так, потому что, ну, может быть, лучше подождать хотя бы месяц для того, чтобы вся эта ситуация устаканилась. Вот. Но, по крайней мере, грубо сдвигать график, мне кажется, нет большого смысла. Если ЛИТ намечено вот на эти майские дни, я надеюсь на то, что все-таки возможно, что у нас к маю будут значительные послабления, и возможно, что пик вот этой эпидемии, которая сейчас идет далеко, ну, по крайней мере, вот, может быть, в России она уйдет. Поэтому однозначного вопроса точно я, вот, у меня ответа, однозначного ответа на этот вопрос нет. В принципе, если вы здоровы, и у вас нет никаких проблем со здоровьем, и вы предпринимаете все меры для того, чтобы не заболеть, ЛИТ никак отрицательным образом на ваше состояние не повлияет. Вот абсолютно точно, что ЛИТ не вызовет у вас какой-то повышенной предрасположенности к этой инфекции. Вот, поэтому просто оценивайте здесь с точки зрения здравого смысла, что подсказывает вам ваше сердце, потому что иногда бывает, знаете, очень важно бывает прислушаться к внутреннему голосу. Вот если внутренний голос говорит, вот я хочу вот в этом цикле, вот мы вместе с мужем, вот это возможность общения для нас, почему нет? Почему нет? То есть я считаю, что жизнь продолжается. Если у вас хорошее здоровье, если вы реально оцениваете ситуацию, оцениваете то, в каком регионе вы живете, находитесь ли вы в мегаполисе, где вероятность заболеть больше, и тогда лучше, наверное, подождать, или вы живете в каком-то маленьком городке, живете ли вы в загородном доме, или вы живете в многоквартирном, и так далее, и так далее. То есть, если вы так или иначе не можете сейчас избегать вот этих больших и частых социальных контактов, то тогда, может быть, лучше хотя бы на месяц-два это все отложить. Ну, то есть это, опять-таки, с точки зрения здравого смысла. Но просто если вы живете в достаточно изолированное и есть возможность избегать, ну, если есть возможность и такое ощущение, что вот эти карантинные меры ну, помогут тогда, может быть, и раньше. Иногда, и потом еще зависит от того, как есть ли у вас какие-то проблемы, потому что если есть проблемы, допустим, с наступлением беременности, и беременность наступает, может быть, сниженные какие-то вероятности в каждом месяце, может быть, сейчас, вот, когда вы находитесь с супругом вместе, рядом, и гораздо больше возможностей общения, возможности быть рядом друг с другом, то почему не использовать эти моменты, если мы не можем быть уверены, что вот прямо вот сейчас наступит? И тогда, если есть снижение фертильности в семье, тогда лучше использовать каждый цикл. И если вдруг окажется, что вот эта беременность попадет на цикл, который связан с, ну, вот с этой вот тяжелой ситуацией с точки зрения вот этих охранительно-оградительных мер, то, ну, просто будете тогда, ваши меры будут более такими серьезными, более активными. Вот. И самое главное, если вы забеременеете вот в этот период, когда пик эпидемии еще не прошел в стране, соответственно, здесь, безусловно, должна быть больше предохранения вот на ранних сроках беременности.